А теперь давайте поговорим о чудесах. Но не о тех, когда вода в вино превращается, а о тех, когда явка на выборах превращается в фантастику. Что касается выборов высших должностных лиц, то самая высокая явка в Курской области и в Кемеровской области за 45% уже. На выборах в законодательные органы в городе Севастополе почти 40%. Вы не поверите, но именно в Курской области зафиксированная самая высокая явка по всей России на вот этих псевдовыборах. ВСУ заняли 100 населенных пунктов, и оттуда уехало порядка 150 тысяч людей. Вот это я понимаю, у людей какой-то патриотизм. То есть, получается, они взяли, вернулись, соскучились к русскому миру, и вот так вот все, чтобы только проголосовать. И что самое интересное, ни Панфилова, ни другие представители избиркома не спешат рассказывать, как же так получилось, и как же было организовано это чудо-голосование. Ну не может же такого быть, что они просто подделывают голоса, просто подделывают явку и делают все, что им вздумается. Не может такого быть, безусловно, не может.